Всем добрый вечер. Мне очень приятно присутствовать в этом городе. Я здесь впервые. Кызылорда. Я вас поздравляю с первым семинаром в вашем городе. Вы большие счастливчики. Меня зовут Виктория Пак. Я стармастер, член лидерского клуба. Сегодня я хотела бы вам рассказать о мечтах. Все мы с вами когда-то мечтали. Все мы с вами были маленькими. И мы мечтали о том, какими мы будем, какими мы вырастем. Но жизненный опыт, вся жизнь, которая протекает в нашем, в обычное время, она нам придает такие, как говорится, по слухам, как оно должно быть, как мама сказала, как бабушка, как это заложено в нашем роду, да? И поэтому, пройдя свой жизненный путь, у каждого в осознании есть такое, что где не нужно много говорить. Так было у меня. Вот буквально, когда я 4 года назад зарегистрировалась в компанию Atomi, что мне помогло это? Мечтать. Тогда я поняла, что мечты — это же бесплатно. Вы же за них не платите. Поэтому мечтайте. Мечтайте дерзко. Мечтайте так нереально. Возможно, вам покажется, что это не может быть. Но 4 года назад, когда еще даже мы не знали, когда откроется сайт Atomi Казахстан, когда мы еще даже не начали зарабатывать 1 тенге, мы все открывали ИП, мы все платили налоги. Мы мечтали о том, чтобы развивалась наша страна, чтобы открылся для Казахстана свой отдельный сайт. И вот в тот момент я поняла, что нужно мечтать, потому что мечты, они реальны. Часто бывает такое, я не знаю, вы замечали это или нет, когда вы выходите из дома и думаете, вот сегодня день не задался, и начинаете, ногу подвернули, там, об косяк стукнулись, локоть ударили. Как говорят наши родители и бабушки, беда не приходит одна, да? Но если бы мы с вами думали о том, что вот утром мы выходим, в зеркало посмотрели, какие мы все красотки, кому такая красота достанется, и все, ваш день задастся. То есть ваш день, он вот именно здесь и начинается, когда вы можете себе нарисовать картину будущего. Все вы любите деньги, да? Деньги — это энергия. Давайте сделаем с вами упражнение, прям ручками потрем. Быстрее, 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 быстрее. Деньги — это энергия. Вы сами и сама Вселенная — это все вместе, вам все придет. То есть какие цифры вы сами себе разрешаете заработать? Когда я пришла в компанию Atomi, я смотрела на вот эти лица, которые вы видите на экране, и я мечтала. Я мечтала быть на сцене. Для этого нужно много обучаться. Вы очень сильные, вы все перспективные, у вас каждого есть свой внутренний потенциал. Потому что в детстве, когда мы вставали на стульчик, и нам говорили, рассказывай стих, пой песню, да? Мы же все это умели. Просто потом было неудобно, потом было стыдно, что скажет соседка, что подумают родственники. И все это у нас все закладывалось. Но сейчас время не стоит на месте. И вам нужно действовать именно сейчас, потому что компания Atomi, как вы слышали, да, здесь крутятся большие деньги, здесь их можно реально заработать. И все, что вы сейчас себе нарисуете, напредставляете, оно возможно через год, у кого-то через 2, у кого-то через 4. Просто представьте, вот через 10 лет вам будет на 10 лет больше. А чем дольше вы будете сидеть на стуле и думать, может быть, я подумаю, получится, не получится. Оно получится, если вы туда шагнете. Как говорил предыдущий спикер, через наши все страхи вы идете к большим достижениям. Вы идете к своей мечте. Вы идете к своей цели. Если вы научитесь ставить себе такие нереальные цели, которые будут вас вдохновлять, не просто так, как на обычной работе, ну ладно, заработала там 100 тысяч тенге. Мечтайте о миллионах. Станьте первым долларовым миллионером в семье. Это же круто. Возьмите ответственность. Не ждите ни от кого-то. Вы тот самый человек, который, возможно, может поднять всю вашу семью. Atomi вам дает такую возможность. Кто вот недавно зарегистрировался, у вас есть возможность именно заработать те самые миллионы, чтобы ваше дальнейшее поколение ни в чем не нуждалось. Потому что если вы сейчас начнете уже строить структуру, станете лояльным потребителем, я очень люблю продукцию Atomi. И она мне очень нравится. И вот когда мне спрашивают, ты видела вон там что-то? Я говорю, нет, я кроме Atomi ничего не вижу.
Я только... Почему в Атоме этого еще нет? Я жду, когда появится. И вот когда вы станете именно таким лояльным потребителем, вы будете пользоваться продукцией Атоми, и это будет видно на вашем уровне жизни, на вашем здоровье, потому что все важно и показано. Очень важно, чтобы в вашей жизни все было в балансе. Компания Атоми дает вам эту возможность. То есть, когда вы начнете хорошо зарабатывать, вы сможете покупать себе БАДы. Да? Когда вы будете покупать себе БАДы, задумайтесь о том, как же выглядеть красиво. Да? Вот недавно приезжала Imperial Master, и ей говорили, это у вас абсолютный набор? Она сказала, нет, это деньги. Когда вы будете много зарабатывать, потому что деньги – это энергия. Деньги, они дают вам все возможности. Вы можете себе купить хоть что. Правильно? И в приоритете расскажу вам, что в будущем вы будете получать зарплату в каждую неделю. Каждый вторник вам будут деньги капать на ваше ИП. Оп, упало, оп, упало. Если вы откроете центр, еще вам будет 2 раза в месяц. То есть где вы такую работу найдете, где вам зарплата падает 6 раз в месяц? Да? Когда я пришла в компанию Атоми, у меня не было возможности покупать Химахим. Я мечтала о том, что мне нужно зарабатывать столько, чтобы я могла своему партнеру, новичку, его дарить. Ну не просто так. Приведи 10 человек, зарегистрируй, да? Потому что человек должен это заработать. И прошло вот сколько, 2-3 года, я могу подарить этот Химахим. Я, именно меня мотивирует то, что когда-то я была на том же уровне, где он сейчас. И я ему показываю возможность, что он может изменить уровень своей жизни, он может стать богатым, он может стать здоровым, он может стать счастливым и стать именно тем самым человеком, который привлек новых людей. Не для того, чтобы на нем заработать, а для того, чтобы человек был благодарным. Здесь вы именно этим и занимаетесь. То есть, когда вы являетесь лояльным потребителем, когда вы рассказываете о продукции, вы приглашаете партнеров не для того, чтобы на нем заработать там, 10 тысяч, 20 тысяч тенге, да? А чтобы человек именно приобрел ту продукцию. Как говорила Елена Югай, где вы еще найдете такую работу, где вы покупая, еще зарабатываете, да? Поэтому проявите настойчивость. Компания Атоми дает вам возможность в чем? Что ваш бизнес, он переходит до 3-го поколения. То есть все, что вы заработаете сейчас, через какое-то иное время, я вот с каждым годом смотрю, до этого атомианцы хотели жить до 100 лет, кто-то говорит уже до 200. Поэтому до 2-го поколения, наверное. Ну, дай бог, чтобы жили все долго и счастливо. Но компания Атоми дает эту возможность, чтобы ваш аккаунт переходил по наследству. То есть, чтобы ваши внуки, правнуки ни в чем не нуждались. Но при этом 18 лет им исполнилось, зарегистрируйте, пусть заработает это все. Чтобы не на халяву досталось, да? И все здесь важно в балансе. Когда вы занимаетесь собой, у вас очень много энергии. Чаще делайте это упражнение, потому что это все энергия. Мы с вами тоже огромная и большая энергия, которая будет вас мотивировать. Ставьте себе большие цели, нереальные. Возможно, вот здесь вы пока себе не разрешаете, но я просто хочу вам сказать, что у меня нет высшего образования. Я рано вышла замуж. Я когда-то тоже думала, что вот вышел ты один раз замуж и умер вместе со своим мужем в один день, да? Любовь до гроба. Но так случилось в жизни, что нет, я развелась. Я стала первым и последним позором в семье. Уже сколько могла, опозорила рано, вышла замуж, рано родила, школу хоть закончила, да? Не закончила университет, да? Еще и 2-й раз замуж вышла. Но я просто приняла решение, что нужно действовать. В моей семье нет миллионеров, я решила им стать сама. То есть возьмите ответственность. Не ожидайте, что вам мама поможет, папа поможет. Вы уже все взрослые люди. Уже пора помогать родителям самим. Я не говорю, что вы им что-то должны. В этом мире никто никому ничего не должен. Вы, именно наполняя себя, вот то, что касается баланса, наполняя себя, вы можете очень много дать другим. Не только родным, вы можете дать окружению. Благо, возможность эту дает вам Атоми. То есть вот через 4 года в моей структуре сейчас, я вот буквально минуту назад заглядывала, 35 тысяч 900 человек. Но я их не приглашала. Этим мы и отличаемся от других сетевых. То есть здесь онлайн сарафанное радио. Вы пригласили свою знакомую. Я люблю говорить, у любого казаха какой-нибудь родственник вечно уехал куда-то за кордон, ему почему-то в Казахстане не нравится, да?
Ну и его можно зарегистрировать, чтобы он зашел там на турецкий сайт, начал покупать себе там пенку, да? То есть у нас уже 27 стран открыто. То есть возможности есть покупать в любой другой стране. Вот моей дочери сейчас 23, она улетает в Канаду, она там учится. Раньше я ей все отправляла. Но сейчас она научилась, говорит, мне ничего не надо. Заходит на канадский сайт, покупает сама, тратит свои деньги. Поэтому я хочу, чтобы у каждого из вас были большие цели. Вы всегда это будете достигать не один. Никогда не бойтесь, потому что здесь вы все работаете с командой. У вас будет... Самый первый человек, который у вас в команде есть, это вы сами. Если вы будете сами бояться, никто за вами не пойдет. Поэтому проявите настойчивость, проявите терпение. Так написано в философии нашей компании, да? Служить смирении, заботиться о душе, не только о своей и о других. Потому что здесь все взаимосвязано. Вы общаетесь с людьми. У вас должно быть большое сердце, огромная душа. Не думать, чтобы навариться на людях. Потому что вы этим не занимаетесь. Если вы будете об этом думать, вы не заработаете больших денег. Поэтому мечтайте именно помогать. Ставьте себе большие цели. И похвастаюсь чуть-чуть. Да, вот за эти 4 года я купила себе машину. У меня в этом году появилась своя квартира. С дочерью разговариваем по сотовому. Очень далеко, оказывается. Привыкли жить в маленькой квартирке. 50 квадратов, 7 человек. А тут мы вдвоем. Поэтому все реально. И всего можно достичь. То есть я не хвастаюсь тем, что вот это я достигла, это я сделала не сама. Это все вместе с командой. Это все вместе с моими спонсорами. Потому что я очень им благодарна, что очень важно, в какую команду вы приходите, да? Чтобы именно была вот эта синергия, чтобы вы друг с другом общались и развивались. И о чем еще хотела сказать? Вы можете путешествовать. У вас будет очень много денег. Потому что на своем ранге я могу сказать, что стар-мастера зарабатывают около от 5 до 6 миллионов тенге в месяц. О такой зарплате я даже мечтать не могла, потому что до этого, когда пришла в Атоми, у меня была зарплата 120 тысяч тенге. Когда мне сказала Стелла Хигай, купи хима-хима, я думала, как же я месяц проживу на 80, у меня взрослая дочь, которая любит красную рыбу. Да? Я ходила пешком до работы, ну куплю ей кусочек. Поэтому в Атоми я именно нашла себя, нашла работу, которая мне нравится. Вроде бы вечером вы устаете, падаете на подушку, но это приятная усталость, потому что вы здесь помогаете, вы здесь обретаете новые навыки. Я здесь научилась вести Инстаграм, не бояться вот этой говорящей головы в Инстаграме, да, как сейчас модно. Тиктоки, рилсы, сегодня мы танцевали. Вы здесь развиваетесь. То есть любое ваше развитие, то, чем вы... Возможно, никогда не задумывались, что будете заниматься, это что все можно навык нарастить. Ваша уверенность, она будет вырастать постепенно, постепенно, градиентно. У всего есть градиентность. То есть можете вы сегодня мало уметь, а завтра уже вы будете совсем другой человек. Поэтому реализуйте свои возможности, никогда не бойтесь. У вас есть вы сами, у вас есть ваши спонсоры, и у вас есть команда. Я вот очень благодарна своим всем спонсорам, своим партнерам, потому что все заслуга – это не только моя, не только моя душа, это души всех моих партнеров и людей. И я очень рада оказаться в вашем городе впервые. Надеюсь, я сюда приеду и, как Елена, буду поздравлять новых бриллиантов, новых шаронов и новых богатых людей. Я вам желаю, чтобы вы мечтали, достигали, действовали. Усиливайте свое намерение. Верьте, верьте в себя, верьте в своих партнеров. Вселяйте эту уверенность и никогда не сдавайтесь. Уберите все страхи, уберите все ожидания. Начните именно сегодня. Начните шагать в будущее. Начните становиться богатыми, успешными, счастливыми и красивыми вместе с Атоми.